цена коина обычно меняется на какой-то новости. Блять, речь идет про капитализацию. Вот есть у вас 10 монет, блять, жировики. Вот есть у вас на руках 10 жировиков. Туда, блять, вложился Diabolic Battle.net. В эти 10 жировиков. Он вкинул туда 20 своих кровно заработанных, блять, рублей. Эти 10 жировиков стоят по 2 рубля. Понимаете, как цена ценообразовывает? Потом туда, блядь, зашел, блядь, верни шаверму и закинул, блядь, 1000 рублей. Вот и считайте. Делите 1100 на 10. Вот такой ценник монеты будет. И он как бы, блядь, короче, что объяснял? Чил рофлит просто. И типа ценник условной шибы, блядь, не может достичь 1 доллара просто математически. Столько денег нету. А чилы пишут, что, блядь, завтра 1 доллар шиба будет стоить. Условная. Все, короче, блядь. Заебали триггерить.